сногсшибательный. Он, в принципе, когда выходит на сцену, он может любого человека, во-первых, реанимировать, а потом никому не отдать, понимаете? И я думаю, что каждый из вас уже понял, что этот прекрасный артист – это Алекс Малиновский! Привет, друзья! Так, друзья, вот отличный звук. Значит, смотрите, друзья, привет. В песне есть ровно одна главная строчка. Давайте мы сами сейчас попробуем. Я по никогда выповедь никому договорились? Отлично. Прости, но я тебя не отдам. Обидам и холодным ветрам никогда не. Я тебя не отдам. Поехали! Главное не убить друг друга, все нормально. Прости, но я тебя не отдам. Все обидам и холодным ветром. Никогда. Я тебя не отдам. Извини, но я не в силах уйти и оставить все так, как есть. Прыгнуть и улететь. Мои руки на чертежи, чертежи на моих линиях. На душе тут метели, я один в своей постели. Только ты на самом деле не простишь меня. Прости, но я тебя не отдам. Обидам и холодным ветрам. Никогда. Я тебя не отдам. Прости меня как можно быстрее. Прости, а если хочешь умереть. Никогда, никогда, никогда я тебя не отдам. Извини, но я не в силах уйти и оставить все так, как есть. Прыгнуть и улететь. Мои руки на чертежи, чертежи на моих крыльях. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, петь для вас. Я поздравляю парк с потрясающей датой, с потрясающим праздником. Ну и, конечно, всем нам отличного настроения! Поехали! Больше думать ни о чем, срезая белые, как небо, крылья. Я эту боль вчера в душе своей прочел, и это
эта боль мне глаза закрыла. День ото дня возвращаюсь к этой жизни любя. Отличного настроения сегодня. До встречи! Yeah. Дорогие друзья, нас только что реанимировал Алекс Малиновский! Аплодисменты! И не...